Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, и мы продолжаем кампанию Company of Heroes, Восточный фронт. Четвертая миссия у нас, долго не было прохождения по этой игре, но вот решил я все-таки закончить. Точно так же играем на Капитане, и у нас январь 1942 года, СССР, поступы к Москве. Начинаем четвертую миссию. Наша победа в тот день прервала наступление фашистских захватчиков. Мы остановили их, задержали, и они встретились с нашей суровой зимой. Но какой ценой? Вы всегда с готовностью приносили в жертву многих отважных ребят. Неужели их жизни настолько дешевы? Не мог же я переживать из-за каждого солдата, который шел на смерть. Они понимали, что стояло на кону, и своим мужеством дали нам время, которое было совершенно необходимо. Нравится мне подача сюжета, непосредственно разговор военнопленного и полковника, или майора НКВД, и их воспоминания о войне. Интересно просто, чем все это закончится. Очень интересно. Всех хейтеров данной игры попрошу придержать свое мнение. Она действительно настолько интересная и приятная. По мне, ничего там антипропагандирующего против советской и русской власти я не вижу. Это личное мое мнение. И, по большому счету, плевал на все остальное мнение. Главное, что игра мне очень нравится. Надеюсь, она нравится и вам, и вы с удовольствием смотрите ее. Ну что ж, посмотрим, что преподнесла нам суровая русская зима и каким образом эту чудесную зиму нам проходить теперь. Я не знаю этой миссии, прохожу ее первый раз, поэтому будем знакомиться с ней непосредственно с вами. Нажимаем любую клавишу и вперед. Да, действительно, не только немцам было очень тяжело, но и русским солдатам. Так, у нас, видимо, какая-то разведгруппа, это новобранцы. Угу. Ну что ж, подойдите к источнику тепла. Так, окей, ищем источник тепла. Замерзаем, да-да-да, надо согреться. Я промерз до костей. А, ну он, видимо, погибнет. Да, замерз он заживо. Обидно. Смотрите, товарищи, у того костра можно согреться. Немцы не станут возражать. Это точно. Так. К источнику тепла мы подвели. Да, это точно. Так, единственное, что я сейчас хочу сделать, это сделать, наверное, игру немножко погромче, потому что даже мне довольно-таки плохо слышно. Так вот сделаем. Надеюсь, это никак не помешает. Ну вот, уже более-менее нормально. Встретиться с передовым отрядом снайперов. Так, согрелись.
все гуд, у нас метель. Такой глубокий снег нас замедлит, по дорогам и тропам мы будем передвигаться быстрее. Это понятно, но а что делать? Жизнь полна разочарований, друг. Отлично, можно подобрать легкий пулемет, и я думаю, мы вот так вот это сделаем, перепрыгнув через. Угу, то есть можно зайти в здание и согреться. Ну, я тут уже, в принципе, добежал до... Отлично, до пулемета, до костра, до следующей точки. Наверное, тут был передовой отряд. Возможно. 50-я армия, пехотный отряд новобранцев. А вот и фрицы. Начинаем их расстреливать. Так, отлично. Перестреливаем врага. Мы в тепле, они мерзнут. Отлично, снайперы. Прекрасно. Угу. Отлично, теперь у нас есть два отряда снайперов. Мы боялись, что вы тут замерзнете насмерть. Погрейтесь. Подумаешь, легкий ветерок. Разве это мороз? А теперь скорее отогревайтесь. Нам так, давайте сделаем подконтрольные группы. Все, отлично. Ну и пока все вместе передвигаемся дальше. Наверное, можно было бы еще станковый пулемет забрать. Так, наверное, давайте вот сюда в обход пойдем. Здесь какой-то укрепленный танк, а здесь не весь что. Да, погнали сюда. Снайперы, контрольная группа чуть-чуть впереди, и приказ не стрелять возьми, будешь нас разведкой нашей. Угу. Совершенно верно. Я прям угадал. Так, а здесь у нас боеприпасы. Подберем. Угу. Прекрасно. Есть. Это точно. Заходим сюда. Пока в дом. И, ребятки, давайте... А, нельзя костер строить. Очень печально. А где немецкий танк? Я не понял. Возьмем еще боеприпасы. И... Ага, мы не можем здесь все-таки замаскироваться. Снайпер, укрытие для маскировки. Интересно, интересно. Давай, выходим. Сюда становимся. Так, давайте-ка погрейтесь. Сейчас все сделаем. Осветительное сюда кидаем. Ну и что, смотрим? Ой-ой-ой, сколько их. В какое укрытие? Так, во-первых, нужно пулемет уничтожить. А, вот сюда вот. Отлично. Минусанули кого-то. Отходим. Отлично. Прекрасно. Спокойно. Отлично. Снайперы не мерзнут, я так понимаю, да? Еще один осветительный. Спокойно.
И добиваем пулемет. Отлично. Теперь второй. Угу. Угу. И последний. Снять. Залповый огонь на подавление. О, прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно, спокойно, спокойно. Здесь вот костерчик. Мы что, замерзли? Фу, сейчас подсогреются в доме. Так, здесь у нас что? Боеприпасы. Надо забрать это все дело. Было ваше, стало наше. Спокойно, спокойно. Назад, 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 назад. Убить, 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 убить их. Бегом, 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 бегом сюда. Блин, снайпера убили. Лучше смерть, чем отступление. Давай, рывок. Ох. Еще больше наших войск потеряно. Это печально, очень печально. Заходим сюда. Блин, нежданчиком. Захватить аванпост, уничтожить немецкие танки 10 штук. Жгите, жгите их. Отлично. Добить врага и вперед. Угу. Прекрасно. Ну и последнего. Да, я потерял двух снайперов. Это очень обидно. Бойцам этого можно пополнить радиус. А, пополнить другие отряды, которые понесли потери. Ну да, но мне некого пополнять. У меня снайперы подохли. Ну, это очень печально. Так, немецкие танки можно уничтожить. Уничтожить, в принципе, взрыв пакетами. Сейчас займемся этим делом. Отлично, еще два снайпера. Два снайпера и гвардейский отряд. Прекрасно. Взорвать. Идет сохранение. Пожалуйста, подождите. Ну, я жду. Угу. Так, пока стойте здесь. И гвардейцы. Гвардейцы, давайте мы сразу вам... Подождите секундочку. А это что? Противотанковые ружья или легкие пулеметы? Однозначно. Так, ну а тебе, дружок, блин, 90. Надо еще где-то находить боеприпасы. Да вот только где их взять? Снайпер, на разведку, не стрелять. Не стрелять. А, бронетранспортер, ну это мы сейчас уничтожим. 60, а почему не могу? А, уже вооружены легким пулеметом, я понял. Я понял. Пройдись, прогуляйся. Так, ну два танка мы уничтожили, здесь вот есть еще один. Но у меня нету боеприпасов. Ага, мне можно забрать танк, бронетранспортер. Здорово. А, вот и боеприпас. Совершенно верно, мы уже его реквизировали. Сейчас здесь все это дело починим.
Ага, и с помощью этого отряда я могу пополнять свои отряды. Это good. Ну, почему садимся? Не-не-не. Ну-ка, выйти. Выйти. Выгружайтесь, да-да-да. Мне не хватает очков командования, я понял. Так, снайпер. Здесь пока нечего тебе делать. Вот еще один. Ох! Это хорошо. Как раз заодно сейчас танчик. Танчик взорвешь. Двигаемся сюда. Теперь сюда. Пополняем воинов. Так. Теперь двигаемся. Минус еще один. Так, 190 и 0 прирост припасов. Хотя плюс 6 показано. Двигаемся здесь и еще один. Танк нужно уничтожить. Не надо мерзнуть. Не надо мерзнуть. Вон, заодно боеприпасы сейчас подберем. Так, у нас есть приказ о переводе. Убрать военную боевую единицу с поля боя, чтобы восстановить численность людских резервов. И есть мобильность новобранцев. Отправить на указанный пункт свежий отряд новобранцев. Ага, это good. Стоит она 6 единиц. Окей. Так, нужно разведать дальше. Я торопиться пока не собираюсь. Устанавливайте и в доме сейчас переждете бурю. Угу. Так, ну а вам я, да, вот так вот сделаю. Отлично. Да, за Алёшку, за меня. Так, разведка, работаем. Ну, я думаю, можно новобранцев еще вызвать. Так, ну а тебе, дружок, надо починочку. Так. Нам нужно уничтожить немецкие танки и обнаружить немецкий топливный склад. Давайте мы, наверное, вот сюда еще разведочку сделаем. Наверх. Это хорошо, что снайперы у нас не мерзнут. Почему они передвигаются не скрыто по вражеской территории, непонятно. Выходим. И двигаемся дальше. Угу. Так, а где эти новобранцы? А, вот они. А, отряд новобранцев. А это пехотный отряд новобранцев. Понятно. Все это для пополнения. Мне только понадобится. Вот еще один танк. Отлично. Есть боеприпасы здесь. Выдвигается отряд. Закладывает бомбочку. Так, тут вроде ничего интересного. Угу. Двигаемся. Так, замечен топливный склад. Сможешь ли ты выстрелить? Отходим. Угу. Двигаемся сюда. Ну и все, дружок. Спокойненько. Снимаем. Прекрасно. Повышение.
Спокойно. А, радостные крики. Так, ты можешь погреться здесь сейчас? Видимо, нет. Отлично. Вот сюда двигаемся. Быстро, 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 быстро. Продолжаем движение. Топливный склад. Нам сообщили, что вы несете потери от холода. Давай бегом. Оружие и обмундирование солдат принадлежат государству. Перелазим. Спокойно, спокойно. Давай, давай, пулемет надо уничтожить. Фронтовики. Ага, и потом уже штрафной батальон. Есть. Минус пулемет. Это вторая танковая армия врага. Добить. Угу. Минусуем еще. Отлично. И последний. Это ветеранский отряд. Снять его. Есть. Прекрасно. Второй снайперский отряд. Снайперы-разведчики. Угу. Двигаемся сюда. Ну и штрафнички. В принципе, наверное, со всеми остальными. Топают сюда. Машиночку можно тоже перевезти. Надо было в машине их перевозить, но да бог с ними. Так, обидно, я не могу лечить своих воинов. Мобилизовать свежие отряды, там, ура, шмура, статус приказа 227. Активно на некоторое время включается действие приказа. В это время любые отступающие движения будут расстреляны комиссарами возле штаба. Прикольно. Так, там что-то услышали. Снайперы. Назад, 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 назад. Пополнить. Снять пулеметчика. Снять, 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 снять пулеметчика. Плевать, починим. Угу. Все, пулемет затих. Гуд. А почему стоят остальные? Я же вас послал туда. Ай-яй-яй-яй, где гранат? Ой-ой-ой. Пополнить. Так. Спокойно. Живы, целы. Выдвигаемся. Пулеметчики. Давайте-ка мы, наверное, с тылу. Тут вот он, топливный склад. Нужно бы его как-то разведать. Вот здесь вот станем сейчас. Угу. Прекрасно. Угу. Ну, еще последний дядька. Пока видят его, давайте здесь кинем. Что там у них? Так, ага.
Ух ты, снайперы как стреляют далеко. Уничтожить. Угу. Базукера, базукера этого уничтожить. Панзер. Отлично. Теперь вот этих. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Спокойно. За ваших солдат отвечаете вы. Если они умрут от холода, то не это кто тут умирает? Все, давай здесь. 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 Мы сейчас починим. Грейтесь, грейтесь. Отлично. Не хватает очков мобилизации, а точнее командных очков. Ну, давайте мы еще раз разведочку кинем. Отлично. Тут еще два танка. Добиваем. Снайпер, пулеметный расчет убить. Угу. Последний дядька. Есть. Ну и еще одного дружка. Отлично. Заходим. Пехотинцы могут подобрать боеприпасы. Да, я знаю, что они могут подобрать его. Двигаемся теперь. Сюда. Вы, друганы, пулеметчик забрать. О, тут еще одна машинка. Надо бы ее реквизировать. Спокойно, спокойно, друг. Заминировать. Так, успеем одного только восстановить. И второго, я думаю, тоже. До того, как они замерзнут. Кстати, есть еще два танка. Да-да-да. Все. Угу. Так, и, наверное, вы, ребятки, тоже залезете в машину. Снайпер слушает. Так, пулеметчик. Пока здесь. И мне нужно уничтожить еще два танка. Так, что здесь? Пока неизвестно. Прекрасно. Остался последний танк. Надо бы его найти. Вот где он? Это уже другой вопрос. Ну, скорее всего, я думаю, где-нибудь здесь, но мы все равно разведаем. Вот они, боеприпасы здесь заберем. Никогда лишними не будут. Так, ну и ты, дружище, вперед. Обойдем. Надо глянуть, чтобы что здесь что-то было. По-любому там что-то спрятано. Иначе бы это было неправдой. Так, давай. Пока не видно никого. Спрятаться в сугробах. Ага, можно танк реквизировать.
или взорвать. Это штук, но он ничей, мирный. Так, тут пусто. Окей. Пусто, значит, двигаемся дальше сюда. И саперчики. А, вы по-прежнему здесь стоите. Двигаемся. Возможно, штуку придется уничтожить. Как-то что-то никак. Опа-на! Все-таки ушел штук. Надо было... Обидно. Ладно, двигаемся сюда. И сюда. Так, здесь у нас остался пулемет еще. Двигаемся. И я бы, наверное, все-таки сначала вот так вот сделал. Эй, дружище. Спокойненько. Блин, снайпера убили. Снять минометчиков. О, не, друг. Спокойно. Сейчас будем рашить. Так, выходим. Спокойно расстреливаем их. Все, рашим. Прекрасно. Ой-ой-ой. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Прыгаем. Сжечь. Ой, тут еще один пулемет, снайпер. Нужно срочно, срочно убить вот этот пулемет. Уничтожить. Так, где тут танк был? Тут еще одна машинка идет. Так, это все, но я не смог уничтожить. Десятую немецкую технику. Товарищ лейтенант, нас ветка доложила, что к нам идет немецкое подкрепление. Это плохо. К минометам живо! Приготовить засаду! Фу, людей к минометам. Не-не-не, давай-ка ты, наверное, вот эти дешевые у нас. Новобранцы. Двадцатку. Блинский ежик. Бегом сюда. Становимся здесь. Становимся здесь. Снайпер. Наверное, тебе придется зайти в здание. Вы, ребятки, сюда. Мы сейчас дополним отряды. Ой-ой-ой. Расстрелять, расстрелять. А, вот они. У нас появились свежие
держать строй. Вот они, новобранцы. Миномет, наверное, смысла нету, а вот укомплектовать отряды нужно будет. По реке идет немецкий штук. Вот теперь нам хана. Вот теперь нам точно хана. Миномет, миномет, ё-моё, точно. Захватить. Ай-яй-яй. Воу, а кто по нему попал? Все, я понял. Отряд новобранцев растопил, ну, инженеров растопил лед, и штук провалился. Даже не пришлось минометом разбивать лед. Если генерал Мороз и помог нам под Москвой, то только потому, что видел больше немцев, чем русских. Нет. Самопожертвование и мужество Красной Армии и советских людей – вот что истощило и замедлило врага. Если бы мы не сражались так яростно еще на наступление холодов, то зимой немцы грелись бы в горячей Москве. Ну, закончена миссия «Чудесная зима». Довольно-таки интересная миссия. Понравилась мне. Ну а что будет дальше, мы увидим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.